Некоторые люди приезжают на Аляску, чтобы спастись. Сбежать от чего-то. Бывает, они едут сюда в поисках чего-то. Иногда находят. Я работаю над этим делом. Эти люди исчезли 48 часов назад. Это был последний закат перед долгой ночью. По идее, они вышли понаблюдать за этим природным явлением. Нет, я думаю, у нас тут именно убийство. Насколько вам должно быть страшно, чтобы выбежать на лед без обуви? Это место преступления. Хватит здесь валять дурака. Думаете, я хочу с вами работать? Взгляните на себя. Вас никто терпеть не может. Мы просто должны работать вместе, чтобы закрыть это дело. Для нас двоих этим все и закончится. Да, надеюсь. Вы же не думаете, что мы найдем их? Вы тот, кто верит в чудеса? У нас вообще ни хрена нет! Справишься? Уже третий день, а дело становится все запутанней. Это Энис. На некоторые вопросы здесь нет ответов. Ночная страна уносит нас одного за другим. Чертовски сложно здесь выжить. Настоящий детектив. Ночная страна. Озвучено для канала в рейтинге.